И французская пара, которая вот таким образом, благодаря жребию, попала вот в окружение трех российских пар. Адалин Канак и Максимин Коя. В прошлом году они дебютировали на чемпионате Европы. Адалин 18 лет, партнеру 25. Ошибок допустили французы, и поэтому хочется вернуться к этим выступлениям нашей пары. И вот уже сейчас можно сказать, что Любовь Илюшечкина и Надарья Мессураде, конечно, очень хорошо выступили в короткой программе. Уже сейчас это как бы можно осознать, потому что даже они сейчас занимают третье место, даже если они проиграют двум нашим парам. То есть они, я все время по ходу нашей трансляции называю фаворитов этого чемпионата, тех, кто будет претендовать реально на медали. Это две наши ведущие пары, это чемпионы мира, немцы, это украинская пара. Так вот, в самом худшем случае Илюшечкина и Мессураде сразу же встанут вслед за фаворитами, они будут пятыми. Конечно, уже сейчас можно признать их выступление в короткой программе более чем успешным. Ну вот у французского дуэта как-то вот, это все нормально, это хорошо. Но были падения, вот одно из них, и падение было после выброса. Ну и сейчас наступает
в таких случаях говорим момент истины, потому что две наши сильнейшие пары, Юка Кавагути, Александр Смирнов и Мария Мухортова, Максим Траньков, призеры прошлогоднего чемпионата Европы. Кавагути и Смирнов были бронзовыми призерами, Мухортова и Траньков серебряными. Ну что ж, очередной бой они дают лучшей паре мира на сегодняшний день. Савченко Шелкова. Они! Визу. 45, 2 балла. Ну, 2 падения, 2 балла. Сняты. 45, 90. Это должен.